открываешь восемь. Сходил в магазин среда, сварил себе кофе осень, прилег отдохнуть зима. Наверное, это старость, о прошлом болит душа. Все, собственно, там осталось, а стрелки вперед спешат. Глаза открываешь восемь, сходил в магазин среда. Сварил себе кофе осень, прилег отдохнуть, ну да. Но есть у меня припрятан еще один циферблат. Цветные на нем заплаты, и время течет назад. Ко дням с пионерской зорькой, с героями из былин, туда, где Хоттабыч с Волькой, Мурзилка и Нафталин. Где молод папа с мамой, где радостный Первомай, и где кот Саса тот самый, девятый идет трамвай. Кино, пистоны, свидания, эскимо, домашние телефоны, стоявшие на трюмо. Торжественное с экрана московская говорит, Сенкевич возил по странам, был выбрит, а не побрит. Там письма пером писали, раскладив тетрадный лист. Всегда магазин искали с названием «Букинист». На праздники покупали копеечный солнце дар. Пакеты в тазу стирали, жевали блестящий вар. Ну вот механизм заело, куда мне вперед-назад? Да, жалко, не все успела самой себе показать. Осталось бы там надолго, а лучше бы навсегда. Родители, дача, Волга, счастливейшие года. Наверное, это старость, здесь функция, там душа. Здесь только курить осталось, а там я могу дышать.